Сегодня будем готовить очень милые и вкусные тефтели в подливке, которые дома мы называем ежики из говядины, называем их из-за внешнего вида, который они приобретают за счет смешивания фарша и риса. Ежики из говядины по данному рецепту – это милые маленькие тефтели, очень вкусные и сытные. Подливка делает их сочными и невероятно аппетитными. На самом деле, каждый человек может сам решить делать ежики более крупными или мелкими. В рецепте, по которому я готовила, советовали ежиков делать крупного размера, но по моему личному мнению, лучше делать их маленькими, так они выглядят более аккуратно и привлекательно. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовим все необходимое для приготовления ингредиенты. Хорошенько промываем рис в холодной проточной воде. В удобной посуде смешиваем рис, фарш, яйцо, соль, перец, специи по вкусу. Все хорошенько смешиваем руками. Мелко рубим лук и обжариваем его на сковородке в растительном масле. Затем отодвигаем лук и выкладываем натертую на крупной терке морковь. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. В кастрюлю наливаем воду и добавляем томатную пасту. Ставим на огонь, добавляем в кастрюлю овощи, специи. Доводим все до кипения и убавляем огонь, солим. Добавляем немного сахара и капельку уксуса. Из фарша формируем тефтели и панируем в мяукее. Сковородку хорошенько разогреваем и наливаем в нее масло. Затем убавляем огонь до среднего и обжариваем их со всех сторон до образования корочки. Готовые тефтели перекладываем в тарелочку. Все обжаренные тефтели перекладываем в кастрюлю с томатным соусом, уменьшаем огонь и накрываем кастрюлю крышкой, тушим тефтели в течение 20-25 минут, если потребуется, то время тушения увеличиваем до полной готовности риса. Подаем с гарниром, желаю приятного аппетита. Вкусняшки, подписавшимся. Обещанный список ингредиентов. Говяжий фарш 600 грамм, рис 150-200 грамм, лук 2 штуки, морковь 1 штука, яйцо 1 штука, томатная паста 300-400 грамм, соль, перец, специи по вкусу, количество порций 5. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Друзья, до новых встреч!